Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет тест-драйв тканевой маски от компании Oriflame. Это одна из масок, их очень много на самом деле. Я выбрала укрепляющую маску для лица. А ткань, которая здесь используется, называется Tencel. Она ультратонкая, дышащая. И мне очень интересно, какой получу я эффект. Пока я открываю маску, она вот такая вся приходит запечатанная. Есть специальный такой надрезик, линия отрыва, но я все равно сделаю это ножницами, чтобы было более аккуратно. И пока я ее вскрываю, расскажу, что компания нам заявила по потребительским и клиническим исследованиям. Кожа должна выглядеть обновленной, полной энергии, увлажненной, эластичной. Ух ты, здесь очень внутри мокренько, она вся пропитана. Кстати, я читала рекомендации, что маску можно наносить на сыворотку, чтобы был более такой мощный эффект. Но я буду пробовать маску без всяких сывороток, просто на очищенную кожу. Кстати, кожу обязательно нужно очистить. И что еще важно, можно протереть ее тоником. Можно пройтись скрабом перед тем, как ее наносить. Я ее раскрываю аккуратненько, потому что она вся такая пропитанная. Ух, находим глаза, носик, ротик. Главное не перепутать, чтобы нос был на месте, глаза на месте и, соответственно, губы тоже. И, глядя в зеркало, аккуратненько накладываю. Оп. Главное, чтобы это было удобно. И аккуратненько разглаживаю в сторону. Она настолько сильно пропитанная, что очень легко распределяется на кожу. Какая я прикольная! По поводу запаха, я ничего особенного не чувствую, никакого аромата. Так, она хорошо держится. Маску нужно держать 15 минут. Я так и сделаю. А потом снять и не смывать, естественно. А пальчиками вбить то, что останется на коже. Ох, как хорошо-то. Вот желание только одно. Лечь и балдеть. Вот, я ее хорошо, по-моему... А, вот тут пузыри, выпускаем все пузырики, чтобы маска плотно-плотно прилегала к коже. И, пожалуй, я сейчас на 15 минут сделаю себе релакс и просто полежу. А потом вернусь, и вместе с вами мы эту масочку снимем, потому что говорить мне с ней неудобно. Отправляюсь, бай-бай, на 15 минут. Итак, прошло чуть даже больше, чем 15 минут. Я лежала все это время. Я настолько кайфанула, лицо прям расслабленное, да я и сама просто прям отдохнула. Классный релакс, не выходя из дома. Смотрите, как выглядит маска. То есть она настолько сильно пропитана, что даже за это время она еще мокренькая. И я ее смогу сейчас переложить, как вы думаете, куда? На шею, конечно, потому что шея тоже хочет, чтобы за ней ухаживали, увлажняли, питали. И сейчас буду аккуратненько масочку снимать. Как снимать маску правильно? Снизу аккуратненько поднимаем вверх по массажным линиям. То есть не сверху вниз, а как положено. Так аккуратненько поддеваю и аккуратненько снимаю. Та-дам! Так, хочется себя рассмотреть. Быстрее сейчас я наложу маску на шею. Буду рассматривать себя вблизи. Так, пусть тут полежит. Ой, холодненькая такая стала. Супер. Возьму зеркальце, чтобы поближе себя рассмотреть. Ой, какой кайф. И, конечно, нужно пальчиками вбивать остатки. Ни в коем случае не смываем маску. Ух ты, как много этого геля. И нужно будет с ней походить до полного впитывания. Ну
что просто кайфово. Конечно, чем хуже состояние кожи, тем более заметен будет результат. А так как у меня кожа, в принципе, в хорошем состоянии, несмотря на то, что мне уже буквально на этой неделе исполнится 45 лет, но у меня единственное беспокойство – это вот морщинка на лбу. Такая вот я бровь все время вскидываю. Но даже сейчас я вижу, что они не такие заметные морщины, как были до маски. Меня это очень радует. Но то, что это приятная процедура, конечно, это однозначно. Как говорится, это самый быстрый способ эффективно привести лицо в порядок к мероприятию, например, какой-то вечеринке, или после долгого сложного перелета, путешествия. Чтобы быстро восстановить кожу, достаточно на 15 минут положить масочку и полежать с ней. Желательно полежать, если есть возможность. Ну, а я с вами прощаюсь. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока! GoPro, стоп-видео!